Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, как избавиться от бактерии Helicobacter pylori. Подписывайтесь на канал и слушайте внимательно. Можно ли вылечить Helicobacter pylori самостоятельно без применения антибиотиков? Такой вопрос интересует многих людей, которым не дает нормально жить бактериальный гастрит или язва. Увы, лечение обязательно включает антибактериальных препаратов. Ведь победить язву и гастрит, вызванную Helicobacter, возможно только после полного истребления этой бактерии. Однако бояться антибиотиков не стоит. Врачи назначают их лишь после полноценной диагностики пациента. Обойтись без антибактериальных препаратов можно только если обсеменение Helicobacter pylori совсем незначительное и оно не провоцирует развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта. В таком случае только при согласии лечащего врача можно попробовать снизить численность поселения бактерий другими способами. При этом обязательно необходимо регулярно отслеживать, не происходит ли рост количества Helicobacter pylori, и внимательно следить за состоянием желудка и кишечника, чтобы не пропустить возможные негативные последствия и вовремя приступить к медикаментозному лечению. Поскольку препараты для лечения Helicobacter pylori относятся к антибиотикам, их назначают, исходя из принципа наименьшего вреда для организма. Иногда становится ясно, что лечение Helicobacter pylori антибиотиками нанесет пациенту больший вред, чем сами бактерии, и тогда медикаментозный курс не назначается. Однако при наличии существенных эрозий и язв такое лечение все-таки необходимо. Без него заживления не будет, даже при приеме лекарств обязательный курс антибиотиков, и в тех случаях, когда в результате хеликобактериоза развились такие заболевания, как мальтома желудка, атрофический гастрит, язва и крайняя степень запущенности заболевания рак. Антибиотики могут применяться не только в период обострения, но и при ремиссии болезни. Природные средства против Helicobacter pylori. Антиоксиданты, лютеин и зеаксантин известны своими противоопухолевыми, антибактериальными и антиоксидантными стимулирующими иммунную систему свойствами. Они содержатся в очень большом количестве свежих листовых зеленых овощей, травах и капусте, поэтому настоятельно рекомендуется есть свежие салаты. Зеленые смузи, они оказывают успокаивающие, регулирующие и очищающие действия на желудочно-кишечный тракт из-за высокого содержания хлорофилла. Семена черного тмина также хороши для устранения хеликобактера при дозировке 2 грамма в день. Клюквенный сок тоже прекрасно вписывается в антихеликобактерную терапию. Питание и образ жизни при Helicobacter pylori. Первоочередная задача состоит в том, чтобы вернуть организму здоровый баланс, восстановить способность к саморегуляции и устранить реальные причины, запустившие процесс заболевания. Избегайте продуктов, раздражающих слизистую оболочку желудка. Сахар, очень жирные продукты, алкоголь, копченые продукты и, если возможно, все продукты промышленного производства, которые содержат синтетические пищевые добавки. Придерживайтесь правил, которые обычно являются частью здорового образа жизни. Обильное питье чистой негазированной воды, физическая активность, сон нормальной продолжительности, достаточное время для отдыха. Ежедневное употребление льняного масла показало превосходную противоязвенную активность желудка. Оно эффективно
более эффективно, чем многие традиционные аптечные лекарства. Для лечения рекомендуется от 1 до 3 столовых ложек льняного масла в день. Сбор лекарственных растений применяется долгое время одновременно с медикаментозной терапией. Безопасность сочетания народных снадобий с лекарственными препаратами должен подтвердить лечащий врач. Ученые доказали эффективность приема оливкового и облепихового масел, средств на прополисе, тимьяне, клюкве, корнях солодки, листьях подорожника. Испытанные временем рецепты. Настойка прополиса. Приготовление. Заливают 20 грамм прополиса на 1 стакан водки, настаивают 2 недели в темноте, пьют по 10 капель до еды. Настой прополиса. Берут 30 грамм измельченного прополиса, заливают стаканом чистой воды, нагревают на водяной бане до полного растворения, пьют по 1 стакану ежедневно. Отвар льняного семени. 1 столовую ложку семян заливают стаканом воды, отваривают 5 минут, дают настояться до полного остывания. Процеживают, пьют по 1 столовой ложке до еды. Настой чеснока. Берут 3 измельченных зубчика, добавляют 1 чайную ложку соли, заливают стаканом кипящей воды, настаивают в теплом месте 1 час. Остывший настой отцеживают, пьют 70 мл до еды. Перед применением этих рекомендаций проконсультируйтесь с врачом, подписывайтесь на канал и поделитесь этим видео со своими друзьями. Пока-пока!